Ох, отличненько, ребятки, я их просто-напросто подорвал. И их разорвало. Так, ребятки, тихо-тихо, собираем все, что надо. Вон, Капитан Америка даже стоял, вы видели это? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем играть в Хищные Машины. Ну что ж, ребяточки, погнали, посмотрим, насколько наши двигатели прокачаны и насколько они вообще смогут, собственно, ездить. На какой скорости, ребятки, я вообще смогу, собственно, ездить. Ну что ж, ребят, давайте поехали. Наверное, возьмем первый уровень, вот он, так, ну что ж, нажимаем сюда. И погнали. Так, ребятки, Смарти маленький, но кусается. Ребятки, есть такой Смарти, который такой довольно-таки маленькая такая машинка. Но стоит, ребятки, отметить тот факт, что она очень-очень кусючая. Так, ребятки, загрузка что-то у нас долговатенько идет. Но ничего, мы подождем, мы же с вами терпеливые. Так, отлично. Все, ребятки, загрузка 99%. Так, ребятки, ну что ж, у нас легкий режим стоит. Давайте, собственно, с легкого и начнем. Потому что раньше я в эту игру не играл. Так, ну что ж, поехали. Так, погнали. Вау, ого, ребятки, довольно-таки круто. Эй, почему так плохо работает? О, нитро даже есть, ребята, вау. У меня есть нитро. Так, собираем, ребятки, изумруды, рубины. Так, тихо, я совершенно случайно, ребятки, перевернулся. Да что ж такое? А, все. Давай, вперед. У меня уже нету, ребятки, нитро. Как же я выйду на эту гору? Вау, я еще и выехал. Я думал, я все-таки не выйду. Тихо, переворачивай. Смарт кусает меня, ребятки. Меня кусает Смарт. О, отлично, мы ему гранату кинули, ребятки. Так, ребятки, все, нитро у нас появилось. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Нитро у нас появилось, все, теперь мы с этим нитро можем ехать, ребятки, куда хотим. И это просто, ребятки, отлично. Так, от этих Смартов давайте будем потихонечку, ребятки, убегать, потому что они довольно-таки наседают на нас. Давай. Вай. Да что ж такое-то, а? О, включай нитро, давай, Юра, граната. Ох, отличненько, ребятки, я их просто-напросто подорвал. И их разорвало. Так, ребятки, тихо, собираем все, что надо. Вон, Капитан Америка даже стоял, вы видели это? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам, отличненько, ребятки. Так, нам надо нитро, ребят. Ох, ой-ой-ой, не хватило нам немножко. О, у нас нитро появилось. Тихо, а то я, ребяточки, сейчас перевернусь просто-напросто. Отличненько, дорогие друзья, я доехал до финиша, и это, ребятки, просто вам скажу замечательно, потому что раньше, ребятки, я когда только пробовал в эту игру играть, у меня абсолютно ничего не получалось. Так, ну что ж, поехали. Так, открываем, ребятки, ящик, и здесь мы собираем гаечки и, собственно, рубины. Так, забираем все, что здесь есть. И продолжаем дальше. Так, ребятки, что в магазин, ребятки? Давайте перейдем в магазин. Вот мне показывает, что в магазине что-то есть, ребяточки. Так, танкоминатор. Убойная смесь силы. Короче, так, ребятки, вот у нас машины. Ого, ребята, вы просто посмотрите, какие у нас открытые машины. У нас открыты самые крутецкие машины, которые только есть. Ребята, машина муха. Вот она. Ребятки, давайте возьмем вот эту машину танк, наверное, да? Она самая такая, ребяточки, навощенная. Так, давайте возьмем бомбы. Вы не можете улучшать на купленную машину. А, она не куплена. А, она закрыта. Да, я ее даже не могу открыть. Я думал, они открыты все. А их нельзя, ребятки, открыть. Там замочек висит, понял. Мне надо проходить уровни для того, чтобы ее, так сказать, открыть. Мне пока что доступна только моя машина. Так, ну что ж, ребятки, давайте, наверное, купим какое-то новое оружие, что ли. Давайте пулемет купим. И улучшение. Вот это правильно, вот это круто. Так, давайте возьмем бомбы, потому что бомбы у нас в прошлом уровне, ребятки, закончились. И возьмем бомбочки вот такие. Так, все, ребятки, я продолжаю уровни. А, следующий уровень давайте сразу возьмем. Зачем же нам возвращаться в лобби-то, а? Хорошо, ребятки, давайте посмотрим, на что эта игра вообще способна. И что мы сможем здесь, собственно, вообще с вами сделать. Надо победить, наверное, всех врагов, которые здесь ездят. И, собственно, съесть, потому что игра как бы так и называется. Машина ест машину. Тут либо приходится ее кушать, ребятки, либо в нее стрелять, чтобы разрушить. Так, ребятки, ну что ж, новый уровень. Поехали, так, играть.
Давай, давай. О, ребятки, я с пулеметом, ребят. Посмотрите, какой у меня пулемет крутой. Давай, давай, тихо. Оху, уничтожили смартик сразу же. Посмотрите, с первого пера. Отлично, отлично. Вау, давай, нитро. Отличненько, отлично, отлично. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Стой, стой, стой. Хорошо, замечательно, поехали. Отлично просто, я бы сказал бы, даже просто отлично. Ой-ой-ой, перевернулись мы немножко на бочке. Так, нитро есть чуть-чуть. Ой-ой-ой, отлично. Вы видели, как мы поддали нитро? И взлетели, ой-ой, тихо, перевернулись. И взлетели на довольно-таки нормальную высоту, ребят. Так, тихо-тихо-тихо. Ну что ж, отлично, ребятки, мы взяли ящик, который, я думаю, в конце уровня мы откроем, если же мы правильно доедем. Давай-давай-давай. Ай-яй-яй-яй, не попал, я немножко не попал, я в дырочку, ребятки, в трубу. Если бы я попал, бы мне дали бы, наверное, больше очков, а так придется довольствоваться, ребятки, тем, что есть. Так, ой, тихо-тихо-тихо, машинка перевернулась моя, вау, что это такое, ребята, ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, как ее несет, а? Вот это да. Отличненько, ребятки, и мы с легкостью приехали... с вами на финиш второго уровня. Это было довольно-таки, я хочу сказать вам, легко, несложно. Так что, ребятки, давайте откроем ящик и посмотрим, что нам сегодня приготовили. Давайте все это, собственно, с вами и заберем. Так, отличненько, дорогие друзья. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Так, 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 так. Следующий уровень, уровни магазина. Сначала уровни, следующий уровень. Так, ребятки, а что мне нужно? Давайте следующий уровень, наверное, возьмем. Зачем же мне магазин? А, магазин, может, мне из-за того, что у меня кончились бомбы, может, мне нужно было в магазин из-за этого попасть. Так, остерегать секусов, вызывающие повреждения. Так, ребятки, вот такие есть вот джипы, называются МЭТ. Вот они, ребятки, кусаются капотом своим старым. И таким образом я, ребятки, повреждаюсь, да. Так, ну что ж, поехали. Погнали. Погнали, так сказать, попробуем, ребятки. Вай-вай-вай-вай-вай, тихо-тихо. Ой, да что ж такое-то, а? Куда ж ты? Давай-давай-давай. Вот так вот, отлично, просто супер. Давай-давай. Ой, я под воду, ребята, я под воду заехал, вы это видели. Я заехал под воду, правда прикольно? Так. Давай, поехали, газу, 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 тихо, ой-ой-ой, не попали, Юра, лучше падай вниз, вот так вот. Потому что сзади едет автомобиль, сзади едет автомобиль. Так, у меня пулемет, я так понял, с автоматическим прицелом, который автоматически наводится. Так, давай, 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 нитро включай. То что, нитро, вообще, нитро не хватает, если честно, ребят. Я думал, нитро у меня будет побольше, но его довольно-таки очень мало. Нет, куда, 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 куда? Давай, 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 отлично, отлично, поехал, 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 поехал. Вот так вот, отлично, просто супер, просто, просто классно. Давай, 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 вах. Давай, 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 совсем еще немножко осталось это сделать. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой. Так. Тихо, 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 тихо. Вай, 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 вай. Отлично, ребята, просто отлично. Вау, прыжок, 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 прыжок. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо, ребят. Довольно-таки неплохо, и мне это... очень нравится. Так, 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 поехали. Вау, вот это прыжок. Вот это эпическое сражение. Вот это да, ох, круто, молодец. Давай, давай, газу, Юра. Ребятки, я даже некому, где же эти машины? Некому даже и гранату кинуть, реально. Мы всех лазерами с вами. Мой лазер, как только видит, ребятки, какого-то полицейского, он сразу его уничтожает. Так что, видите, нам особо и сражаться здесь, в принципе, не с кем. Так, ну что ж, ребятки, это отлично, все, забираем, наверное. Так, ну что ж, ребятки, давайте, наверное, будем прекращать на сегодня. Закончим, собственно, наш эпизод на сегодняшнем, на этом и закончится. Подписываемся на мой канал, кто не подписан. Обязательно, ребятки, ставим пальчики вверх. Поддержите меня лайками, дорогие друзья. Ну что ж, ребятки, а я вам желаю всего самого лучшего. Подписываемся на мой канал, ставим пальчики вверх, комментируем мои видосики, ребяточки. Буду вас ждать на своем канале. Пока-пока.
перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки.